кокосовая начинка с вафлей в новом шоколаде от России «Щедрая душа». Не пропустите в центральном телевидении. Новый претендент на российский престол, человек, который называет себя правнуком Николая II, готов доказать свое родство с династией Романовых. Сможет ли это изменить ход российской истории? Как наладить отношения с Москвой? Дональду Трампу придется выбирать один из трех возможных сценариев. Но какой из них наиболее выгоден России?